Сразу на трех автобусных маршрутах Архангельска обновился автопарк. Теперь добраться до Катунина или Васьково можно на комфортабельном транспорте. 10 новых автобусов сегодняшнего дня выходят на маршруты 110, 115 и 125. Все они оборудованы яркой бегущей строкой, звуковым табло и не только. Автобусы с кондиционерами, низкопольные, это уже улучшенные версии, все автобусы новые. Пустить по маршрутам новые низкопольные автобусы стало одним из главных требований конкурса. Только одна из шести транспортных компаний взялась выполнить это условие. А на самом деле сегодня есть серьезная конкуренция, и тот, кто выигрывает, тот, кто намерен развиваться в этом бизнесе и идти делать навстречу те шаги для пассажиров, это улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок на автомобильном транспорте. До конца года на эти маршруты выйдут еще шесть новых автобусов. Обновление коснутся и автопарка на междугородных маршрутах.